Человек, который должен был долго жить, внезапно уходит. Всегда близким кажется, что это несправедливо. И поэтому я отнесся к этому с пониманием. Искал своим родственникам, чтобы они этого не делали. Когда со мной случилось то же самое. Несправедливо. Все это несправедливо. Слишком рано. Он младше меня на 4 года. Могли бы каким-то ярким воспоминанием поделиться? Что больше всего запомнилось? Какой момент? Больше всего запомнился момент, когда он атаковал эхо и меня. Потом мы с ним где-то пересеклись, он сказал: старичок, джаз бизнес, ничего личного, пошли выпьем. Пошли выпьем. Ничего личного. Когда в последний раз общались? 21 февраля на встрече с президентом. О чем говорили? Планами делился, говорил, что хочет в телевидение вернуться, строил конструкцию вернуться на телеканалы, придумывал передачи, смеялся надо мной, как обычно. Рассказывал анекдоты, ничего не предвещал, как обычно. Все, что критически о нем говорят, имеет под собой основания, но все там, тем не менее, так получилось, что он ушел, совершив ряд достойных поступков, шагов, самые последние там позиции по Суперджету, до этого позиция по 9 мая, как вы, собственно, не дню его ухода, а тому, в какой фарс подчас превращается сегодняшнее празднование. И не то, чтобы я часто его слушал, но это понимание, что не только в сети есть, что всегда в это время там, да, он существует, он, так сказать, дает какой-то эффект вектор, он нашел себя, нашел свою аудиторию, создал для себя много. Самое главное качество, конечно, которое отвечает его от журналистов, это его неравнодушие. Сейчас, к сожалению, принято озвучивать мысли, озвучивать идеи, но запрещено фактически выражать свое отношение. На мой взгляд, такой человек, который всегда выносил свое отношение к тому или иному событию. Мне безумно жало, как прошло время, я могу сейчас спокойно говорить, не плакать. Он такой был бравурный парень. Ему очень нравилось, когда его так по-разному. Поэтому он так, кто-то его называет. Но на самом деле просто это время такое было, что было там, для кого-то, допустим, если рассматривать его отдельно, то там взгляды политические или манера, там, она, как кажется, имеющая отношение к журналистике, например, или там излишне экспрессивные, как угодно. Но тогда зритель мог смотреть разных людей. Я не говорю разные вещи.